намазалась? Юля, не трать. Очень красиво. У тебя там вообще 2 гига осталось, что ли? Это супер. Живем, 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 живем. Ничего, у меня же голубой телефон есть. Короче, мы сидим. Эстетик. Эстетик Дентас, который я туда не пойду, меня туда не пустят просто-напросто. Эта шоколадка-мулатка туда идет сейчас. Удачи. Красивая мулаточка, шоколадочка. Нереалочка. Вот. А я все еще сижу, жду. Там вот написано, у нас стоматология. Вот, но меня туда не пустят, потому что какая-то элитная стоматология. А я тут сегодня одета как бомж. Да. И вот поэтому сидим и ждем. Сейчас у нас, сейчас скажу точно, сколько время. 7:57. Открытие с 8. Этот жучок сейчас ругается. Хочет. Кстати, один интересный факт. Сегодня меня мама называла колорадиком. Да, из всех жуков меня называли именно колорадом. 57. На звонок позвонить? Ну, вообще уже. К тебе ломится, тебе нравится это? В общем, этот человек еще 8 минут, она уже звонит, уже ругается, все уже сейчас все разнесет. Подожди, хотя бы еще 3 минуты, уже звонок звонит. В общем, вот так вот получил. Когда к тебе ловится, мама, тебе не нравится. У них ты все разложено. Сейк. Ну, в общем, так вот сидим, ждем. Ладно, смотри, сколько минут. Сразу 00. У каждого на работе есть такой клиент. Вот этот клиент. Вот. Красавец, красавец. Ну вот, все еще жду. Хотя, меня называли колорадом. Ужас, конечно, колорадом. Ну, сколько минут? Мне, кстати, вот, почему... 58. Хотя, у меня вопрос, почему у всех жуков именно колорад? Просто расскажите. По глазеньке, потому что... И, колорад по глазеньке, что ли? Нет. Ну тогда почему я колорад? Нет, потому что ты... Комочек? Ужас какой. Ну, в общем, вот так вот. Арбузер. Скажите пару слов. Что думаете сейчас быстрее? Что думаете? Вот думаю, как зайти в дверь. Я не знаю, чего. Нет, уже звонок, уже все уже. Мама, кто-то к себе ложится. Я пунктуальный. Сейчас понабегут вот клиенты, они не смогут со мной. Сейчас 8 утра на рынке побежит, еще не дай бог. Как это? Ну, в общем, так вот. Все сидим, ждем. Ну что, поздравляю, поздравляю. Да, еще и видео записывали. Еще и видео, что здесь стали говорить. Хвалю эту. Да. Надеюсь, что видео появится. Ну, пошли. Получили. Поздравляю тебя с приобретенным чудом и света. Даже, ну. Какие у вас красивые обновочки, конечно. Мисс, красавица. Угу. Сейчас пойдем к таксисту, как-то туда. Ну, дайте-ка еще раз посмотрю, полюбуйся. Или... Ай, ай, турух, турух. Красота какая. Привет, доброе утро, мир. Кстати. Покажи-ка своем. Короче, купили красивую, надо на солнышко красивую обновку. Я уже покатала на солнце. Ну еще. Тебе просто так. Завидую. Очень завидую. Ну да. Вот чуть-чуть посильнее надо было сделать. Я делала. Очень красиво. Очень красиво. Очень красиво. Пускай нам. А вот солнышко, кстати. Нам все равно, что солнышко снимать. А потом я. Да, да. Вообще красота. А, на... А, и... Как-то я такой ситуацию что-то такое слышала. А, нам все равно, что говорят испугал, за спиной у крысы, у кисы. Нельзя доплачивать. Ну, половину сертификата, половину... Деньгами, да? Да. Надо прямо 1000 рублей, либо меньше. Да, я так испугалась. Я почему-то подумала, 900 сколько-то, 937, 960 сколько-то.
А потом оказывается 1100, я думаю, да, быстрее кредит перестать. И вот теперь мне так сделают, нет, думаю, не выходишь на 1000. Давай где-то куда-то вот так. Мы еще не скоро скажем. А то она сейчас скажет, то ли важно, то ли уйти. Юля. Красиво. Востребовано. Ну что, после беготни решила кушать? Кушать KFC? Это у вас такой столик? Перстень-перстень-то какой. Помадочка. Ты мам, ну... Да-да-да. Ну, понабрали. Не слишком много? Нет. Да, там еще... Там... Я еще работаю. Показать заначку? Покажи. Нет, не знаю, что на работу забирать. Да. Ваши эти отговорки уже ни к чему не приведут. Каким-то боком мы уже находимся в лесу. Крутая компания, так сказать. Пару слов своего оправдания скажете? О чем? Свое оправдание, пару слов. Нечего сказать. У вас сегодня очень насыщенный день. И все бургер. И лес.